تسيغ المسلم ويرتضي أن يفرح بمثل هذا العيد أو يهنئ بمثل هذا العيد. Как может допускать мусульманин, чтобы радоваться празднику подобному этому и поздравлять с ним, и быть довольным чем-либо из этого, когда те, кто празднует его, подразумевают под ним празднование дня рождения Божества или Сына Божества? Так как мы можем поздравлять с ним и радоваться ему, собираться для него или совершать какие-то соответствующие ему действия, когда он противоречит религии Аллаха и нашему вероубеждению? Более того, он содержит в себе уподобление кафирам, уклонившимся и заблудшим. А ведь именно христиане являются заблудшими. И мы в каждой молитве и в каждом ракаате просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он повел нас прямым путем. Путем тех, кого Он облагодетельствовал. Не тех, кто находится под гневом и не заблудших. Как мы можем обращаться с этой мольбой в каждом ракаате и противоречить ей словами и делами, если будем праздновать или поздравлять с этим праздником? Разве вы слышали когда-нибудь, чтобы иудеи или христиане праздновали мусульманские праздники? Праздник Разговения или праздник жертвоприношения? Мы никогда не слышали о таком и не видели ничего подобного. То, что мы можем наблюдать на данный момент, а это празднование мусульманами этого праздника, это, клянусь Аллахом, не что иное, как слабость, которая постигла эту умму. А следование за заблуждением – это отдаление от Корана и Сунны. Мое наставление всем, чтобы они крепко держались за религию Аллаха, за прочную рукоять. А самое важное из этого – это то, что связано с вероубеждением, и чтобы они обладали величием. Ты мусульманин, и у тебя есть твое величие. Ведь все величие принадлежит Аллаху и Его посланнику. Так как ты можешь унижать самого себя и следовать за заблудшими в их деле, которое они сами ввели? Более того, даже они сами разногласят относительно законности этого праздника в их религии. Даже если мы не понимаем суть, цель этого праздника, а это празднование рождения Сына Божества, как они об этом утверждают, то мусульманин должен знать, что у него есть вероубеждение. И он должен бояться Аллаха Всевышнего и знать о том, что Аллах един. Он не родил и не был рожден. А поэтому не радоваться и не поздравлять других с этим праздником.